Спортивный азарт, неподдельные эмоции, ни с чем не сравнимый звук падающих кегель. Утром выходного дня ресторан «Прайм» открыл свои двери для тех, кто был всерьез настроен стать чемпионом по боулингу и забрать себе заветный кубок. Для кого-то этот вид спорта далеко не в новинку. Ну а кто-то взял в руки шар впервые. Первый день. Чего? Серьезно. Серьезно? Первый раз шар как играл? Впервые. То есть можно сказать, что новичкам везет? В турнире по боулингу приняли участие 6 команд. Некоторые даже пришли целой семьей. В боулинг ребята из команды «Торпедо» играют по возможности. Чаще их можно встретить на трибунах ледовой арены. Для них хоккей – это неотъемлемая часть жизни. Поэтому даже на турнир они пришли с шарфами любимого клуба. Хоккейный клуб «Торпедо»! Вперед! Вперед! Футболисты, программисты, физики, ядерщики. Попробовать свои силы в этом виде спорта пришли более 20 человек. Одними из самых шумных и веселых оказались ребята из команды «Сочиняя мечты». Мы квенщики, мы сборище веселых людей, которые веселят народ. Активно выбивали страйки и сотрудники ядерного центра. Для команды «Вымпел» это не первый подобный турнир. Но все-таки к игре они подошли с большой ответственностью и даже тренировались в свободное время. Мы все работаем в НЕФИ, в КБ-2, поэтому «Вымпел». Ребята все с разных подразделений как бы собрались, организовались, потренировались, играем. По итогам полуторачасового игрового марафона победителем первого турнира по боулингу на призы канала 16 стала команда «Вымпел». Ребята набрали более 2000 игровых баллов и заслуженно забрали кубок. Второе место досталось команде «Пловцы Сарова». Бронзу забрали участники команды «Икотный пионер». Несмотря на то, что победитель был только один, турнир вызвал бурю эмоций у всех его участников. Все отлично, все просто супер. Нам очень понравилось. Мы готовы повторить, конечно. Все хорошо. Время, просто время, быстро. Время быстро пролетело. Даже не заметили как. Чемпионат прекрасно. Я вообще думал, что мы выступим хуже. Сильные соперники. Мы привезли с собой вот легионера. Он профессионал своего дела, он программист. Но, к сожалению, его навык не помог ему в расчете идеальной траектории. Все отлично, все понравилось. Почаще мы такие турниры устраивать. Это был первый турнир по боулингу на призы канала 16, и он нашел положительный отклик у саровчан. А это значит, что подобные соревнования могут стать доброй традицией.